15 июля 2014 года в Казани празднуют 120-летие со дня ввода железнодорожной ветки Казань-Зеленый Дол-Свияжск. За эти 120 лет очень многое изменилось. Сегодня мы уже и представить себе не можем, что могло бы быть, если бы не было этой дороги, так как сегодня и основная перевозка грузов, основная перевозка пассажиров осуществляется именно этой магистралью. Среди почетных гостей премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лисун и министр транспорта республики Ленар Сафин. Торжественное мероприятие завершилось чествованием работников отрасли, которым были вручены благодарственные письма и ценные подарки, присуждены почетные звания. В их честь прямо на площади был организован праздничный концерт.